В краевом центре сегодня говорили о безопасности на производстве. В выставке «Спецовка. Охрана труда» приняли участие больше 2000 человек. Сотрудники предприятий региона обменивались опытом, налаживали деловые контакты и оценивали средства индивидуальной защиты. Подарки и грамоты от регионального Минтруда вручили победителям детского конкурса на лучший тематический рисунок. А уже в деловой обстановке на пленарном заседании участники обсудили ряд вопросов, связанных с охраной труда. У нас в крае наметилась достаточно устойчивая тенденция по сокращению производственного травматизма. Если взять 2016 год, то практически на четверть сократилось количество несчастных случаев на производстве в сравнении с 2015 годом. Это, конечно же, очень дорогого стоит, но и останавливаться на этом мы не будем. С начала года в трудовую инспекцию обратились больше 700 ставропольцев. Выявлено порядка 3000 нарушений трудового законодательства. Чаще всего они связаны с выплатой заработной платы. Проверки проводили и в связи с несчастными случаями на производстве.